Всем привет. Сейчас, короче, прикол на консультации у меня, у нас с партнером. Заходят, сразу видно, нарики, блядь. Ну вот прям вот выкупается, что нарики. Ну я без задней мысли думаю, все там предупреждено, что платная консультация и так далее. И как бы, ну, с нариками имел эти контакты. Ну, как бы, все нормально всегда было. Все, начинается консультация, они там мурчать, хуйчать, вот эта вот хуйня, короче, пошла, блядь. Одному там, одного кумарить начал, походу, прямо на консультации, он уже, блядь, стоит и вот трусит, нахуй, вот руки вот так вот, уже потом, блядь, весь обливается, короче, такое ощущение, как будто я там следователь, а он у меня на допросе, блядь, как подозреваемый. Начинается вот это хуетение, ребята... Знаете, сколько у них было микрозаймов, блядь? Больше 20. Он даже не помнит, блядь, сколько. И так далее. Я все продолжаю объяснять. Второй сидит, блядь, вот этот опиушный вот этот чёс, блядь. Его там ноги нахуй. Вот так вот, блядь, как он там, как только не закидывает, короче, блядь, вот пиздец там, анатомия отдыхает, нахуй. И это все. Конец, он такой. О, все, типа, братюшанюшка, туда-сюда. Второй там начинает звонить. Да-да, вы уже на подъезде. Ага, ну я все, инструменты возьму тогда, да. Все, через полчасика встретимся. Вот, блядь. Сука, так противно было смотреть. И, короче, начинаю. Я говорю, ну, типа, бабки, в общем, давайте. Они такие, вот, мы увидели ваше объявление в маршрутке, короче. И начинают это, типа, загонять, что там было написано, что, мол, бесплатно. Я ее вспоминаю, блядь. Мы в маршрутке делали рекламу, наверное, в декабре, если не в ноябре прошлого, блин, года. Говорю партнеру, типа, это, давай, короче, ищи скрин вот этого объявления. Он ищет, ищет в телефоне, блядь, ну, понимаешь, что найти не может. Этот там уже, блядь, весь извился, бородатый. Второй там уже потом еще больше обливается, думает, сейчас с него деньги снимут, короче. Я вижу, что уже, ну, все, порожняк. Че, блядь, не меситься же с ними, правильно? То есть, общинка выделки не стоит. Говорю, все, короче, пацаны, ну, все, типа, до свидания. Самый прикол этот еще такой, который, блядь, потом обливался, говорит, вот тут у меня уголовка намечается, типа, там я вам позвоню, там заключим договор, там туда-сюда, я такой, блядь, думаю, уголовка, ёб твою мать, блядь, сука, что ж там за уголовка, нахуй, 228-я, наверное, или какая там, 161-я, 162-я, или что ты там, 158-я, спиздил ты что-то. Короче, уходят. В общем, жизненный урок. Даже если ты знаешь нарика лично, хоть это, блядь, твой брат, бабки всегда бери вперед! И все. То есть, утром деньги, вечером стулья. Вот такая вот история приключилась. Всем спасибо за просмотр. Жмите лайки, жмите на колокольчик и подписывайтесь на этот канал. Здесь говорят правду. И, блядь, все наркоманы... до сих пор.